Вот открыл голубям, кошек посадил, насыпал им семечек. Сами с нижнего этажа они поднялись. Ну, это уже не первый день. Садятся рядом на расстоянии поднятой руки. Вот это он ее долбит, голубку. Вот она взлетела. Он тут долго не будет один. Сейчас доест, дожует окончательно и пойдет к ней разбираться. Так. Это он. Глава. Голубь не подкаблучник. Он ее все время держит в строгости. Любит за чужими удариться, хвост помелом. Но дальше этого не идет. Идти прежде чем, решил семечки все подобрать. А это старается крылышки сейчас отремонтировать, что она засиделась. Видишь, как вот непрерывно машет. Она приводит себя в рабочее состояние. Вот так залезла куда. Гуля, 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 моя Гуля, Гуля, хорошая Гуля. Внимательно смотрит. На ноге он, на правой у него красненькая. Это я ему пришил в виде колечка, чтобы знать. Явно, что хочет вылететь. Все уже для этого наклонился. Вот так. А она, вот она рядом сидит. Все. Вот такой вылет. Дальше будет облет. Еще сколько времени пройдет, и могут начать думать о гнезде. Вся танковая армия от Прохоровки. Прохоровку Манштейн так и не взял. И тем не менее, вечером 12 июля на поле сражения немцы отмечали победу. Приманово, насыпаю семечек и приманываю их. Научиться залетать туда. А там внизу, там вон, черная эта полоса. Это шлюз, спускаться вниз. Там гнезда. Это икона закрытой простынью. Она прямо села. Давай.
на шторки сели. Со шторки слетели. Сейчас пошли туда. На Володину постель.
вечерний мацион. Кошек запер, а голубей сейчас выпускать буду. Сам вылез, теперь голубка за ним. Очень нежная. Давай. Сейчас. Вот они где. Вот они где. Сейчас она начнется сразу любоваться на него. Залез на стул, закарабкался, чтобы видно ее было. Разговаривать нельзя, это их смущает. Сразу, как только потопчет, им нужно движение. Вот они все готовятся, уже гнездо я им сделал. Вот, вот, все. Как она к нему подходит, что-то такое там ему это даст или не даст. Ну, любовь. Ни одной птицы вот такого нет нежного. Сколько время целуется, целуется. Самый отчаянный, конечно, петух. С разгону сцепил ее, повалил ее. Ну, то есть, как будто бы при взятии Берлина русские солдаты с немками обращались. Примерно вот так. Это петух. А гусак голову вытянет, и перед ней гоголем ходит. Целоваться не может. Это француз. Вот. А вот это, когда видишь вот такая вот любовь, там все такое, это песня песней. Нежная моя, голубица моя, возлюбленная моя, уподоблю тебя колесницей кобылицей. О, сравнения какие! Вот когда, говорит, эскимосы, там они, девушка с юношей знакомы, ой, да я лицо-то круглое, как луна. Это считается очень хорошо. А в другом месте специально невест на выданье откармливают специальные способы, чтобы она пухленькая была. Здесь ничего нет. Вот она опять к нему лезет. Опять. Я стою, руки поднял над головой. Это третий этаж, чтобы видно было. Третий. Это там спит Володя. Вот это вот Никитина лежбище. Ну, это моя берлога внизу. Тут я уже... Вот она ходит вокруг, привещает его.
На расстоянии они от моего аппарата метра полтора. Так привыкли. Занимаюсь больше с дикими голубями. Вот везде люди улучшают породу, то другое. А что улучшать-то? Голуби улучшать только если летать где-то. Остальное для глаз как цветы. Разная порода. Они ничего не дают. Вот эти. А эти вот у меня они на улице остались привыкшие уже. Сейчас мороз 35, и они на снегу сидят, снег едят. Жена как целует его. Это она. А она, ей надо скоро нестись. И нужно, чтобы яйца были оплодотворены. А он садится перед ней и показывает, что надо делать. Ложится и крылья распустит. Если ты так же делай. Вот оно. Улучшать надо породы какие? Допустим, корова. От коровы что? Мясо и молоко. Вот молочное, это мясное. Все. Это главное, сел-то, сел голубь, а она вокруг него ходит, самка. Она ему показывать хочет, как надо делать. Она учит. Это ненормально, но вот такое бывает. Это опаленное солнцем там Михалков показывает. Никита Сергеевич. Вот это вот такая пестренькая, как бы, в зарошенной перышке, это она. Она. Женского рода. А он ничего. Улучшать породу куриц, яиц больше нести, понятно. Гусей это так. А голубей тут какой смысл улучшать? Воробьев же мы не улучшаем. Какие есть, этого достаточно. Дикие птицы, утки. Что хочешь получить в этом направлении, и селекция движется. Больше мяса, молока или что. Самое жестокое, что я видел, это вот где-то там в Швейцарии, что больше молока давала, а корова больше молока дает, когда телится. Но не осеменяет искусственно, а потом телята телятся. Телята там прекрасны. Тут же и в кучу собирают, сбивают и на биомассу где-то перерабатывают. Живые. Вот это вот. Я в Америке был, мне сказали, говорят, вот пчел здесь держит много, но на зиму их убивают. Жестоко обкуривают их, они помирают, погибают. А весной сколько надо, делают расплод. Как-то делают, не знаю. Это мне архиепископ Антоний говорил, Синкевич, и говорит, все-таки жестоко это. Ну, жестоко, не жестоко. Как вишневый сад-то? Он рубит его, убирает вишневый-то сад. Потому что там будет что-то другое. У Чехова, вспомните. Вот он, как ее сколько целует. Я уже руки поднял над головой на самый верх, чтобы там видно было как-то. Руки затекают. Я сейчас попробую подняться еще один раз. Она, залезь, залезь, я тебе подам. И выше над головой подними. Снимай, как они ведут себя. Над головой, чтобы бумага закрывает их. Не разговариваю.
Один голубь попытался вниз слететь. А? Один голубь попытался вниз слететь. А сейчас еще пытался. Вниз лететь, вниз. Туда? Ну да. Ну это его дело. Все? Залетел? Нет, не залетел. Выключай, ладно. На этом конец. Я сейчас тут заканчиваю.
Вот здесь стоят в комнате. Я заговорил, услышали. Видишь, как любопытничает. Залез под ноги, там подставка у меня из пленок. Это он. А это она, голубка. Наверное, скоро будут нести яйца. Так похоже. Вот так тихо я скрылся за шторкой. Просунул сюда видеоаппарат и снимаю. Видишь, как они это. А вот сколько прошло? Ну, неделя. Больше. Выискивает, где еще лежит. Что-то клюет. А что там? Ну, с голубями возняют. Они оправляются везде. Приходится это все убирать. Ну, а как? Мне это очень интересно наблюдать их. Они не ручные, дикие. И вот такое обращение с ними их успокаивает. Вот там воробьи, застывшее окно. Им не видно, как шторка поднимается. И они едят. Ну все, пока. Все, голуби, давайте. Вот они где вместе у меня, да полетели. Вот они где. Я зайду отсюда, чтобы свет был. А со всех сторон окна, они на фоне окон сидят. Вот это у них, где им находиться надо. Это окно у нас. Оно у нас так и не открывается, закрыто. Хватает тепла. Это Володина хозяйство. Сидит там. Никита со своим уходит, вечером приходит. И тут трое, мы, Надежда сегодня четвертая. Она за стенкой. Раннее утро, выпустил голубей, они облетели все и сошли вниз. Вот рядышком со мной идут. И охота им на кухню залететь. Это вот белая спинка у него под крыльями так. Это он, мужчина, голубь. А это голубка. Стоят на меня, смотрят. Я там уронил семечки, это все подобрали до одного. Чтобы было видно, где они находятся. Вот я провожу дальше. Вот мои валенки. Я стою, вот шевелю им. Дикие голуби. Совершенно дикие. Притом они у меня не жили. Залетели поесть. А я их у себя оставил. Приручаются быстро. И они друг с другом не знакомы были. Здесь познакомились. Он был здесь с белым. И оба оказались самцы. И непрерывная драка шла. А ее, как только он увидал, через полминуты не прошло, начал гонять, пока она к нему под крыло не слегла. Все, сейчас вот они, он топчет ее, вчера гнездо им сделал. Ну, оно там было уже, как бы, ямка-то. Ну, травы принес он им из деревни, сена сухого. Вот они рядом, слышат голоса, уже привыкли. Еще их не пугает так. Давай, вот они где у меня гули, хорошие гули. Ну, пускай залетят на кухню. Пускай, пускай. Там ходите, если не ходили бы, они бы зашли. Да идите туда, идите, идите туда. Нет, брат, на кухню не полетели. А то вот она на Никитину залетела, а он повыше, к Володе туда. Гуля, 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 гуля.
Гуля, 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 гуля. Вот он, пришел хозяин. Она меньше его размером. Он ее что-то гоняет, и она еще рано ей, видимо, не готова. А ему надо, чтобы она скорее садилась. Вот так. Ну. О, этот вот куда полетел. Вот он где. Это Володина кровать. Утром застилает он ее. Придавляет брусками, чтобы бумага не улетела. А это Никитина тут ее тоже. Видишь, какие бруски тяжелые. А тут камнями редко садятся. Моя кровать. Вот она здесь. Это каждое утро начинается с этого. Сейчас она будет на пол слетать, где еще уронили, крошки подбирать. Раннее утро. Кошек закрыл. У голубя утренний мацион. Вчера первый раз видел, как голубь топтал ее. Значит, будет кладка среди зимы. В природе-то этого нету. Они тут у меня отогрелись. И сразу для них вишни расцвели. Один раз в год сады цветут. Вот так. Она как облет делает, залететь боится туда. А вчера сами первый раз залетели и спустились на нижний этаж и спать легли. А то приходилось ловить их. Это такое у нас видео, тут туманит, приходится приближать, удалять. Мне найти топить, я что стоит. Я там насыпал семечки внизу. И не видать ничего, чтобы они привлечь их чем-то. Они семечки, ох и любят. Я там это суп варю. Суп. Стой рядом, потому что там макароны, они могут убежать. 39, 5, это суббота, следующая обещаю. Там они на Володиной. Толкутся. Кровати. Как сказать, на нарах. Или как там, палате. Вот они. Картошка сварится. Ладно, минут 10 подожди. И можешь снимать. Ну вот. А тут что утром сейчас готовят. Если Володя скорее там затоплять надо. У батюшки свет загорелся? Наверное. Так что, ты сам видел это? Про Романа-то. Да, вот ролик Никита показывал. Никита, да, еще он говорит, сжег паспорт. Да. Заграничный, да? Да, но это не страшно, потому что у меня тоже заграничный паспорт есть, но мне никто его никогда не спрашивал и даже не знает об этом. Ну, для России он не нужен, для России. Но я, у него-то России не нужен. Так а зачем тогда, раз не нужен, так что он у тебя лежит? Лежит, мешает? Он говорит, там фотография, ну, да, судя по всему, бритая он типа срезал и вырезал фотографии отдельно, а паспорт пополам и сжег. Ну, это уже дурит, один сидит. Батюшка говорит, не вылазит ничего. Как бы он еще не сделал? Беда какая. Придется электросваркой его оттуда вываривать. Он просто кончит очень печально. Он сейчас ослеплен, еще не видит. Этих лжецов всех подбирает. И... трагедия. У нас был такой один. Дальше запил, бросил все. Любовь начинается. Она сама присаживается. Постелька готовая, заходи. Не шевелись, Никита, остановись пока. Не лазь тут. Вот он и обихажет, она уже легла, все, распростерлась. Вот смотри, какая любовь. Это поцелуй он ей дает. Она уже присела, все, чтобы ему удобно было
зачатие совершить. Вот сейчас нос в нос сунут, клюв, вот он намащивается. То есть он еще маленько не готов, как бы. Он и ходит, себя раззадоривает. Она лежит готовая. Ох, зря еще один заход. Теперь они должны друг другу там передать что-то, язык в язык. Вот она опять легла. Все, оплодотворил. Ой, она не знает, куда лететь. Ей надо, чтобы продвинулась там вперед семя его. Она теперь мечется, летает, а он смотрит на нее. Такой, она обязательно будет летать много, кувыркаться, как кошка. Если она совокупилась с котом, она падает, переворачивается, все. То есть семя проталкивает сперму. Вот это мы видим здесь, наблюдаем в доме. Вот они рядом стоят. Вот вчера я первый раз видел, как он топтал, называется ее. Вот они на полу. Вот. Все, сразу два раза он не будет топтать. Пройдет какое-то время, она снова подойдет. Мужская сила. Он никакой виагры не пьет, ничего. Всему свое время. Ну что, сегодня я принесу им сено. Гнездо мягким сделать, чтобы ей было. У меня такое было подозрение на нее, что она долго ему не давалась, что она молоденькая, еще не знает, что. Она уже заложена, она не может по-другому повернуться. Все. У нее сейчас совершается там таинство. Как-то пройдет, и скорлупка не помешает, и яйцо будет оплодотворено. Вот она на мое лежбище залетела. Ну и что? Что она сделала? Ну, даже маленько что-то, если не так. Какая беда. Вот именно диких. Этих я брал, они более слабые, у меня там породистые. А это взял, прямо дикари залетели. И с первой минуты он ее понял, что она голубка. Начал гонять, пока она не легла под крыло ему. Гоняет и бьет ее. Допустим, сейчас она не будет торопиться где-то. Он будет ее долбить, пока в гнездо не загонит. У него такая должность. Живут как голуби. Во время получки, говорит, в форточку, то он, то она вылетают. Вот они стоят. Охота им спуститься, но пока они могут бояться. Я тут, видишь, сбоку около косяка стою на кухне. Удивительно как. Иконы мы завешали, видите, какое полотно. Вот она, опять же, на полу. Я раньше давал им тут семечки на бумаге, а сейчас не даю, не надо. Потому что они тогда туда не залетают. Вот они. Это по комнате. Ну, а вот рядом у меня стул мой. Вот он, компьютер стоит. А вот на кухню нельзя запускать, потому что тут огонь горит. Вот они. Я чуть шевельнул ногой. А тут Никита щебарничает. Закрыто, вот варится, видно, что пар идет. Никита, старайся сильно, чтобы не кипело. Просто кипело и все, иначе в избе у нас по стенам потечет влага. Вот так. Что-то у нас тут на столе, дай-ка я посмотрю. Что тут, помидоры свежие, батюшка дал тут. Что-то тут еще изготовлено уже. Рыба и Надежда Васильевна какой-то торт. Ну и воду, вода принесена, Никита сегодня сбегал, два ведра. Видите, какая скученность, повернусь абсолютно огня. Где-то мешки, картошка, морковка, вон, видать, даже где. Все здесь, и туманит как. Тут же дрова, тут же сухари. Даже в шкафу посмотрим, ой, беспорядок какой, ой, никакого беспорядка нету. Вон там подальше только убери вот это все, чтобы мышь не залезла. Гляди, Никита, вот это нижнее, гляди, мышка свободно поднимется кверху. Убрать. Что убрать? Ну, сам подумай, что ты мышь, как залезть-то? Уже не сообразишь? Знаешь, ну, это никак, вы, никак. Вы уже, не, ну, вот она, видишь, что вплотную идет для подъема. Сдвинуть туда. Вот, я рукой сдвигаю. А что непонятно-то? Что она вот поэтому вот дальше поднимется. Она не может здесь гладко... Я сколько раз говорил здесь, смотри на меня.
Вот это вот, что ни банка, ни что тут не поднималось, чтобы с ней она туда не шагнула. Ну, как-то сонные вы. Как будто не видят. А тут же дальше хлеб. Она среди хлеба, это сухари у нас тут уже. Вот она, голубка. Ищет там что-то. Ничего там нету. Все, мне некогда, я занимаюсь своим делом. Вот, раннее утро, 6:47. Открыл кошек в погреб, чтобы этих выпустить. Эта голубка сама первая выскакивает оттуда, все подобрала. И сейчас смоется. Я специально для приманки им делаю, чтобы назад возвращаться учились. Они уже, это дикари, самые настоящие с улицы. Вот он вышел, хозяин. Все. Каждое утро вот так вот. Кровати надо застелить бумагой, прижать их палочками, такими брусками, чтобы бумага не летела. Вон там вверху уже растрепали, надо будет посмотреть, что там это. Хорошим застелить. Сейчас я застелю при них. Все. Гули, 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 гули мои, гули. Вот они, голос мой знает. Вон она куда кверху села. А это теперь следом полетит. Это утро раннее. Вот пока темно еще, мне обратно надо посадить их хотя бы часа через полтора. И кошек выпустить. А потом часа три дня опять кошек сажаю, голове выпускаю. Это в комнате. Вот так, все. Больше меня не касается. Сейчас пойду переменять там. Да, когда улетят тогда.